В этот день в историко-культурном центре гости особые из социального центра «Вера». Многие из них слабовидящие. Впрочем, в ИКЦ к таким посетителям не привыкать. Даже вывеска на входе дублируется шрифтом Брайля, который предназначен для письма и чтения незрячими и плохо видящими людьми. Впрочем, поправку на зрение экскурсовод хоть и делает, но по привычке неизменно произносит. Посмотрите, пожалуйста, вот на эти замечательные проекты, все проекты уже в жизни. Посмотрите сюда, узнаете? Посмотрите, вот она, шатровая церковь, точно такая же, как наша церковь в селе Остров. Со стороны эта экскурсия не отличается от любой другой. Несмотря на то, что сложности с восприятием картин есть, один из организаторов мероприятия, Наталья Свитина, считает, что это не является существенной проблемой. Они же видели в свое время все. Они все видели, тем более, когда родной город изображен, храмы. Они всегда ходят, они посещают храмы, они ходят по нашему городу. И когда эти места узнаваемые, ну, кто-то не очень хорошо видит, значит, подойти поближе. Подошли поближе, посмотрели поближе. Мероприятие приурочено к Международному дню Белой Трости, который во всем мире отмечается 15 октября. В сегодняшней экспозиции представлены картины двух художников, живущих в Ленинском районе, Михаила Ковалева и Ашота Татевосяна. По мнению экскурсовода, особых сложностей с восприятием художественных работ она в этот раз не отметила. Взрослые люди, особенно в возрасте, они, ну, наверное, я бы так сказала, их чувства сдавлены временем. Они привыкли свои какие-то чувства, свои какие-то мысли хранить себе. И мне приятно, что на какие-то мои вопросы они все-таки отвечают. Художники, чьи работы представлены на экспозиции, работают в разных стилях. На картинах видновчанина Михаила Ковалева без труда угадываются знакомые очертания родного города. Ашот Татевосян более тяготеет к современным формам, а многие его работы выполнены в стиле пуантилизм. Смотреть художника вот армянского Татевосяна, это, конечно, им немножечко посложнее. Из-за чего? Потому что приходится дальше отходить. Сама манера вот этой письма, да? Вот. Отходить подальше, подальше, конечно, не так видно. Ну, хотя за счет, я думаю, компенсация за счет цветовой гаммы идет. Потому что более яркие цвета, мне кажется, им тоже воспринимать. Посетители выставки также отметили определенную сложность в восприятии столь разных художников. Тем не менее, мероприятие прошло успешно. Тот-то я понимаю, там так, это абстрактно какой-то. Но вот это вот ближе для меня, например. Картина местного художника. Картины – это не описать просто. Это ж, ну, жизнь наша. Месячник «Белая трость» на территории Московской области продлится до 15 ноября. За это время в Ленинском районе запланировано еще несколько мероприятий с участием людей с нарушением зрения. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Сергей Ларин. Видное ТВ.